Привет! У меня в руках ударная дрель Hitachi DV16V. Это быстрый и надежный инструмент. Его двигатель на 6 ампер обеспечивает мощность в 590 Вт. Скорость на холостом ходу 2900 оборотов в минуту. Обладает высокой производительностью. Может совершать 46400 ударов в минуту. Функция регулировки скорости позволяет выполнять разнообразные задачи. Патрон диаметром 16 мм надежно удерживает насадки при выполнении даже самых сложных работ. Важный плюс этой модели – литой алюминиевый механизм редуктора, который значительно увеличивает срок службы инструмента. Комфорт обеспечивает мягкая нескользящая рукоятка из эластомера. Она удобно лежит в руке и сокращает вибрацию. Большой переключатель с функцией реверса обеспечивает контроль и быстрое извлечение насадки из материалов. Предусмотрена съемная боковая рукоятка с ограничителем глубины и пластиковый кейс в комплекте. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.